Приветствую уважаемых подписчиков и гостей канала. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик. Как стало известно, несколько дней назад в СМИ появилась информация о том, что в турецкой тюрьме был убит киллер азербайджанского вора в законе Лоту Гули. Киллер по кличке Хан Бакинский был близким человеком Лоту Гули. Он всегда находился рядом с покойным и охранял его безопасность. По непонятной причине, в августе 2020 году в Турции, в городе Анталии, он выстрелил в затылок своего босса. Гули скончался в больнице, а киллера задержали по дороге, когда он пытался скрыться. Есть версия, что это была месть за Равшана Линкаранского. Именно его родственники заказали убийство Гули. Информация об убийстве киллера в тюрьме не является правдой. Так как наше агентство получило информацию о том, что кто-то старается заблуждать людей. Он живой и сидит в изоляторе под охраной. Сегодня получили еще один эксклюзивный материал Хана Бакинского. В голосовом сообщении говорит сам Хан Бакинский. Из тюрьмы делает обращение к людям. Предоставляем вам запись.